сегодня самое главное, чтобы наши ребята здесь, на российской земле, окрепли. И мы гордимся ими. Это наши герои, наш щит, наши потомки наших великих победителей в Великой Отечественной войне. Ну, радость, конечно, в родной стране быть. Конечно, очень рады, что домой вернулись. Матери позвонил, мать безумно рада вообще, что вернулся. Вообще очень. Она даже не поверила, ну, сколько не слышала. Очень, типа, рада была, что вернулся. Два ранения в голову, в ногу. Понятно. Сейчас как чувствуете себя? Все хорошо сейчас. В родной стране все лучше. Берегите его, как зеницу ока. Ложите, берегите, привезете. Я его домой привезу обязательно. Вот да. На стенке повешу. Обязательно, обязательно. Это то, забирай. Спасибо это большое. То, ради чего вы сражались. Это то, ради чего вы рисковали жизнью. Спасибо, что вы так бережно относитесь к нашему флагу.